Панели. Панели какие? Ну вот теперь давай пластиковые мы смотрели. Вот эти пластиковые. Да. Теперь давай панели МДФ. Вот какие сейчас подожди. Были пластиковые? Нет, были пластиковые. Вот, вот, вот наоборот, нет, вот сюда. Пластиковые. Подоконники. Очень... Нет, вот, вот, вот. Пла... вот. Да. Для стен, для потолка. А. И были ага. Для стен, вон назад, назад. Пластиковые, вот. Ага, для стен. Не было, да? Или вот, да, давай, для стен. И сейчас будут глянцевые или матовые. Давай матовые. Нет, не будет глянцевые или матовые. Сразу на стен перебросит. Нет, нет, это мы смотрели. Какая о, красивая. 365 рублей нет, нет, со скидкой. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот, папа, смотри, есть море. Че? Вот это покажи папе. Вот это? Да, ну просто покажи. Мы такой, конечно... 1168. Ну ты покажи, да. Ну вот я показываю. А что, ее нельзя, чтобы вот так... Нельзя. Море, видишь, раз. Море. Вот, есть дешевле за 584. За 584 есть. Давай еще полистаем. Все. Вон там еще страницы. Ну там знаешь, сколько страниц? А, не хотели. На два. Ну и что? Там вот дельфином паприки. Ух, езжайте уже на, не на революцию. А вот эту покажи, вот эту крайнюю правую. Вот это? А, ванда нет. Вот это что-то непонятно. 3D-эффект, что-то непонятного. Хорошо. Можно забить так. Панели? Можно забить за 270... гвозди в... Чего? Панели за сколько? За 270 рублей. Панели. За... О, видишь, какие цены? За 247 есть. Нет, за 272, например. Так, сейчас я освобожу. Че, рубля, что ли? Ну, рубля. Долларов? Нет. Нет, там на 200. Есть за 242. И то там... Ну, за 242, короче, минимум. Хорошо. А да, можно... нет, ничего. Но да. Я же сказал... А можно, например, вот это... Всех названий, всех панель. Можно вот... А нельзя. Почему? Ну, потому что тебе тут дают фотографии, тебе тут дают выбор. Все панели, иди узнавай туда, на революционную, потому что сейчас на сам ферму не работает. И вот иди у них и узнавай, что у них есть на складе, что у них нет. Хорошо, вот смотри тогда. Вот. Панель ПВХ матовая, забей хорошо. Ее. Вот это хорошо, забей. 74. 74 для этих самых панелей. Да, вот и посмотрим. Это что, вот это же матовая? Да. Почему так? Я откуда знаю, у них ты спрашивай. Давай, езжай листай. На революционную, спрашивай. Ну, это, что-нибудь. Ну, это с рисунком. Нет, а вам какая надо? Без рисунка. Тогда ну хорошо. Вот без рисунка, вот она, без рисунка. Травертин. Вот, да. Миш, иди сюда на ручку. Сейчас идет. Вот смотри, Миш, ну примерно, вот, вот он показывает пальцем, видишь? Где пальцем показывает? Ну вон. Я не вижу. Ну честно, не вижу. Ну вон, вот, сейчас, сейчас. А, ну, вот теперь, вот, вот. С правой стороны, когда да, вверх. Примерно, ну не совсем такой, но примерно. А, ну вот вижу, сейчас там, три... а как квадратики, ну ясно. Не, да там не такой он немножко, конечно. А вот слушай, есть еще, видишь, в наличии на товарный 39. И в революционной есть. Ну-ка, а товарный-то... Товарный это вон туда, я знаю. Нет, она работает сейчас? Ну, конечно, работает, да, работает. Сейчас, подожди. Ну-ка. За них. Папа, рубашку-то, что скажешь? Сейчас. Сейчас еще тогда вобью. Так, стой, формат. Вон товарный. Подожди, да, вижу, вижу. А вот, а, Тольятти, Тольятти. Можно в Тольятти съесть? Ну, езжайте в Тольятти, я не против. Закрыт до завтра, он всем был. А где написано? А, да-да-да. И последнее. Последнее, забей. Стеновые панели в бежевых тонах. Стеновые.
Хорошо. Хорошо. Панели. Эх, бля. Грамотей. Панели. В бежевых. В бежевых. Ух, Чувашин. Сейчас нет таких. Ну, конечно. Ну, нет, видишь, нет. Видишь, нет товар на этот, нет. Но вы, главное, узнали, что на революционной работает. Поэтому валите нахер. Зачем стенове? Стенове панели. Панели. Подожди, как ты там велела забить? В бежевых тонах. Или можно в светлых тонах. Ну ладно, да, пусть будет бежевых. Нет, ты из стройформата вышел, что ли? Подожди ты, запомолчи. Ну нет, нет, нет. В бежевых нет все. Ну, в светлых ты. Ты какая разница? Так, без цена в светлых тонах, без рисунка. Вот так. В светлых тонах. Тонах без рисунка. Нет ничего, нет ничего. Что я, что было, то я вам показал. Все. Спасибо. Все, пожалуйста. Все, идите, Вова. Давай, тоже черный. Может, не красный.